что, поздравляю вас с победой. Скажи, пожалуйста, понимали, что сегодня нужно обязательно побеждать, чтобы выходить из группы? Какой у команды был настрой? Как вообще собирались, приехали большим составом? Ну, изначально мы были настроены только на победу, потому что знали, что наш соперник по группе проиграл вчера, и мы знали, что едем за победой, и нам не устраивало ни ничья, ни поражение, поэтому все были настроены стремительно выиграть матч сегодня без всяких ошибок, оплошностей. Также еще, ну, насчет состава, все ребята ответственны, все подошли к этому, точнее, ответственно, все приехали, весь состав в полном, так сказать, вооружении был, вот. Ну, почему не забили больше? Ну, я думаю, мы просто разыгрывали различные схемы, рокировки так, и различные, ну, показывали, так сказать, красивый футбол, а не просто, ну, побежал. Так, насчет выхода в плей-офф, ну, мы думаем, что, ну, выходим, мы вышли со второго места, поэтому выходим на первое. Но я думаю, там не будет слабых команд. Но нам без разницы, с кем играть, главное выигрывать, показывать свою игру, и тогда будет результат, я думаю. Скажи, а если так получится, что вдруг вы встретитесь с инженером, хотя вы не встретитесь, потому что инженер вышел со второго места, да? Хорошо, тогда я сливаюсь. Если помечтать и выйти с инженером, всех ребят знаем, все играем на тренировках, я думаю, будет очень красивый футбол и будет заруба. Мы покажем ребятам, что молодой состав, так сказать, дубль инженера, тоже может показать игру и выстрелить. Ну, будет интересно, я думаю, сегодня. Но хотим выйти на более сильного соперника, чтобы показать свою игру, чтобы тренер увидел, чтобы болельщики, судьи видели, что эта команда действительно хорошо играет и на нее можно возлагать надежды, и чтобы привлечь внимание СМИ также в будущем.